Всем привет! Давненько у нас не было челленджа с едой, с цветной едой. Поэтому сегодня мы решили поиграть в интересненький челлендж. Синяя еда! Синяя! Какую вы знаете еду, которая синяя? А? Да. Напишите в комментариях. Точно! Эти фиолетовые чипсы. Вот очень мало еды синей. Я не представляю, что нам могут дать, кроме донатса и фиолетовых чипсов. И голубики. Все. И джойс. И все. Четыре. Это весь челлендж на четыре позиции. Торт. Будет как минимум 5-6 раундов. Торт. Вау. Давай, я готов начинать. Я хочу увидеть все 6 раундов. Первый раунд. Так, но перед началом давайте озвучим правила. Все, что попадается нам под крышкой, нужно попробовать. Окей. Кто не попробовал, проиграл раунд. Я думаю, там все должно быть вкусно. Не бывает же перца чили синего цвета. Хотя есть краска. No. Да, а давай сейчас и проверим. Значит, мне осталось вот это. А Катя вот то. Может, я первая? У меня открыто. Ну давай, ладно. И па-бам! Это хрустяшки и завтрак сухой. Как долго ты это делала? Это я купила такой. Вау. Мама купила готовые синие хрустяшки. А есть молочко? И ты так выбирала синие? Вы заметите, что там разные размеры. Да, большие и маленькие. Вау, круто. Пожалуйста, дай мне синее молоко. Синего молока не бывает. Это надо, чтобы корова ела какие-то синие цветы. Тогда она может дать синее молоко. Very good. Я обожаю Fruit Loops. А что такое Fruit Loops? Это разноцветные хлопья. Но иногда есть еще с маршмеллоу. Сухой завтрак, короче. Я их обожаю. У Макса что-то очень интересное с палкой. Там шашлык. Давай. Вау, там реально шашлык. Это сладкий. Это вафельки. Это О, Максу повезло! Это обалденно вкусные вафельки. Такие вафельки. Я думаю, Макс не сможет попробовать это. Это очень сложный для него раунд. I am suffering. Да, Макс страдает и пробует вот эти вот вкусняшки. Там есть внутренность? Все, я хочу узнать, что у меня. У детей очень все вкусное. Там пусто. А, только сверху сгущенка какая-то. Макс, окей, а что же у меня? Ты синий. У меня тоже должно быть вкусное. И тра-та-та. Это мороженое. Бабльгам или как это называется? Я знаю. The best idea ever. Мороженое. Да, это, наверное, бабльгам. Это не миксы. Это, наверное, бабльгам. Это бабльгам вкус. Мое любимое. Это обалденно вкусное. Оно еще и с вареньем бабльгамским. Где растут бабльгамские ягоды, из которых варят бабльгамские варенья, да? Это очень вкусно. Ну что, ставим лайки за первым раунд, и мы можем переходить дальше. Да. Оценка? 9.99999. Мое? 8.5792. 9.5. А знаете, почему не 10? Потому что оно синее. Подожди, показывай. Вау. У нас челлендж синих языков. Макс проиграл, потому что у него не синий язык. У тебя тоже чуть-чуть синий. А мы можем переходить дальше. Второй раунд. Выбираем, кто какой берет, и Макс открывает первым. Катя, просто возьми. Мы ничего не видели. Я знаю. И Катя, продолжаем. Катя чуть-чуть подсмотрела, я тоже знаю, что у Кати. И? Мои любимые. Что такое? Это маршмеллоу. Маршмеллоу должны быть... Маршмеллоу? Откуда? Максим, эти маршмеллоу именно были в Fruit Loops. Fruit Loops? Это какие большие Fruit Loops? Вот такие, как бублики. Это называется Lucky Charm. Вау, ну прикольно. Но еще иногда есть Fruit Loops Marshmallow. Хорошо, давай Катины, мы знаем уже, что у Кати. Так есть, мои любимые. Напишите, кто еще любит вот это? Я не знаю. Ты тоже любишь? Нет. Это какие-то перчено-кислые палочки, вообще непонятные. Это такие скрученные тортилы. А, у меня должно быть что-то вкуснее, да? Да. Главное, что Кате нравится. 100%. Та-дам! У меня виноград. И сейчас, оператор, держись. Синий виноград. В прошлом раунде, в прошлом каком-то видео, я уже не помню каком. Кто помнит, напишите, кто знает. А я помню, я на стену. И мама убежала. Короче, сейчас, мама, держись. Hit or miss. И...
Это было как это хит. Если в рот хит. Это хит. И мне попала вот такая голубенькая. Это не желейка. Эу, похоже, футболке моей пришел час идти на пенсию. А нам попалась вот такая водичка. Я знаю, в этих штуках желейка была когда-то. Достала. А тут водичка только. Может, это какое-то другое? Наверное, это что-то другое. И я делал хит, а по-моему мисс, потому что маму не попало. Давайте оценивать. Максимины маршмелло. 6.725. Ох ты, точный человек. Но невысокий балл. Катя? 10 тысяч из 10. За что? Можно тут понюхать? Они кислые. Попробуйте. А я ставлю 7, потому что не попал. Папа. Если бы я попал, было бы 10. Попробуй, да, ты поймешь. Нет, я буду пробовать в следующем раунде. Третий раунд, и сейчас первый буду открывать я. Сейчас моя очередь открывать первым. И что же мне попадется? А мне аж интересно. Та-дам! Вау! Голубика! Неплохо. Лучше, чем такис. Намного лучше. Это супер полезно, супер вкусно и супер классно. Раскус. Это может быть фиолетовое внутри. Может быть фиолетовое внутри? Да, но еще есть... Оно даже пахнет. А, фиолетово-желтое. Очень свежее, очень вкусное, очень классно. Да. И полезно. Я... Все, я это выбираю. Это оцениваю в 28 из 10. Согласен. Мы любимые ежевики! Это ягодный рам. Тогда у Макса будет... Я не знаю. Мангустин! Кати, мангустин? Фейк, это же черника. Или как это? Ежевика, но она по-английски blackberry. Да. А черная? Ну, смотрите. Она на виблю. А ну-ка. А ну покрась соком. Папа. Какой цвет будет? Вот тарелку покрась. Это синий? Помада. Ужас. Это помада для какого-то, для Хэллоуина, точно. Да. А что же у Макса может быть синее? Баклажан! Сергей. Баклажан! Нет. Вот это самый крутой раунд. Так, пробуем синий виноград. Я больше люблю. Давайте оценивать. Мой 28 из 10. 10. Хотя 9. Немножко кислое. 12.2. Голубика завоевывает победу в этом раунде. Натуральные продукты. Натуральные. Лучше, чем конфет. Конечно. Да. Реально, голубика вкусная, прям сладкая. Но так и 10 тысяч кабинка. Мне кажется, все понятно. Синие чупа-чупсовые грибы. В этом раунде будет синяя сгущенка, синее молоко и синий... И чупа-чупсовые грибы. И виноградный сок. Да. А давай проверим, кому что попадется. Я первый попал. Ну давай, 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 давай. Что же там? Это можно отсюда? Чай, конечно, можно. Это желейный чай синий. Хоть с каким вкусом не написано? Я не знаю. Это Blue Raspberry. Come 100%. And have sip. Короче, у Макса шикарное. Что же такое? Вау, фонтан. Ну, у Макса не такое цветное, но тоже футболка. Тоже футболка покрашенная. И? И как? Вкусно. Очень вкусно. Какой вкус? Я думаю, это Blueberry. Точно. Blueberry. И? Фанта Берри. А будет ли она синей? Или у Кати будет второй заряд, фейковый раунд? Синяя! Синий, да! Еее! Реально синяя! Синий! Она больше синяя, чем мой Боба Ти! Дырявый стакан у Кати. А Фанта со вкусом чего? Написано Берри, но это больше Blue Raspberry. Разные ягоды. Голубика, малина и зеленая, что? Непонятно. А, наверное... Давай проверим, да, что у меня. Со вкусом Blue Raspberry. Я так понимаю, если там газировка, там Боба Ти, у меня должно быть. С Бобой. У меня должно быть синее молоко. Нет, или сок, 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 виноградный сок. Вау, так круто звучит. А это. Ocean Blue Lemonade. Ocean Blue Lemonade. Надо его колбасить. У меня. Нет, Катя, do not scam. Нет, Shake Well. Shake Well. У меня самое healthy, кстати, здесь, потому что это лимонад. А, Shake Well. Подожди, Shake Well. Well? Вот так? И... А, там какие-то есть кусочки чего-то, не знаю. Real lemon bits. Это лимоновое. Да, есть кусочки. Вау, а какой звук? А какой был звук? Ну, поставь. И... Они все... Так, по цвету у нас одинаково. Так у меня что-то плавает внутри. Если присмотреться, там вот видно осадок какой-то. Да. И пробуем. Интересно. Похоже на лимонад, но я привык лимонад пить с газировкой, чтобы он был. Да? С газовой. Ну да. Ну да. Okay. За то, что нет газировки, я поставлю меньше оценку. Okay. Я поставлю, наверное, 7. 9. Я что? Natural flavors? Представьте себе. Я ставлю
9.257. Понятно. 9. Короче, выигрывает в этом раунде желейный чай. И что это такое? Это бабочки. А что же будет в следующем раунде? Может, там будут котлеты цветные? Бедный Макс не может говорить. Почему? Она меня джинит. Это как? А, так что сказала дедовое слово одновременно, и я сказала Джинкс Педлокот 1-2-3, и теперь он не может сказать. Это значит, что у нас следующий раунд. Короче, мама нас интригует. Продолжается новый раунд. Мы не знаем, были напитки, были ягоды, были конфеты. А что же будет сейчас? Новый раунд должен быть с чем-то новым. Okay. Ну давай. И там конфетки. Кислые. Это такие палки. Оно самое вкусное. Длинные, кислые еще. Они еще кислые. Это Катя любимая. Кате опять везет. Кате повезло с Тарасом. Они были бы не не тара, не гудакис. Смотрите на это. Это просто кислость. Да, согласен. Ням. Но Кате нравится, поэтому... Пробуем. Хорошо, что Кате это попалось. Если я это ел, я, наверное, плакал от кислости. 10. Катя, мне кажется, может есть лимоны без ничего. Просто так. А ты любишь лимоны? Напиши в комментариях. Я знаю много детей и вообще людей любят и могут есть лимоны без закуски. Но они же, такие как Катя, любят еще и кислые конфеты. Хорошо, что они попались, Катя. Да, очень. Ну давай, Макс, что тебе попадется? Оно еще кислее, чем это. Конечно. Я пробовала, когда... Оно точно не кислее, чем это. Там же не написано. Там про кислоту не написано ничего. Я слышала про синее. Оно очень синее. Да, оно очень синее. Там кислота. Так. А ну давай проверим, кислота или нет. Твердое. Короче, Максу дали линейку. Кусок линейки школьной. Но хоть сладкой. Пока Макс разжевывает, я открываю свое. Потом Макс скажет свое впечатление. И та-дам! Нечестно! Что нечестно? Это же вот тебе попалось. А это то же самое, только пластинки. Как это называется? Rip Rolls. А это другое. Это другое. Rip Rolls, да. И та-дам! Ты говорил Rip Rolls. Короче, у нас у всех Blue Raspberry, да? Синяя малина. Вот такая, посмотрите. Okay. Обалденно, нет? Мне что в этих конфетах нравится, что они могут распаковываться. У меня опять Berry, не синяя малина. А у меня? Знаете, у меня Blue Raspberry. Знаете, что я люблю с этими делать? Что? Закручивать шарики так хоп. Ого, это огромный шарик. Это illegal. Пробовать надо вот так. Very good. Не очень кисло, даже неплохо. Я даже поставлю этому 8 баллов. What? Да, вот этой вот конфетке. 10 биллионов квадриллионов зеленых баллов. 5.62. От этому 5 миллионов квадриллионов зеленых зеленых. Что, так мало? Да. Мне даже понравилось, я давно не ел детские конфеты. Ага. Ну тогда давай продолжим в следующем раунде. Давай. Это чтобы было подлиннее, я бы это как скакалку использовал. Скакалка. Все, следующий раунд. Вот это человечек прыгает. О, точно. Для Китюня в скакалка. А еще есть что-то? Не знаю. Да. Что же там еще можно? Баклажанов еще не было, они же синие. Не, они фиолетовые. У кого большой, должен быть баклажан. Почему-то их называют синими, не знаю. И что? Я открываю первый. Да. Па-бам! Джелибеки! Обалдеть! Стой, Бат, это какого-то... Это сладкого вкуса. Я надеюсь, это не из бенгузла выбранное. Может быть. Джелибеки. Это Гарри Поттер. Гарри Поттер? А какой вкус? Мне повезло. Это вкусно. Я не знаю, какой это вкус. Это вкусный вкус. Угу. Очень вау! Вкусный вкус. Самый лучший вкус в мире. Я про этого не знала. Кто мог это отгадать? Если на свет смотреть, конфетка фиолетовый. Внутри розовая или красная. Фиолетовый. Стой, пара, раскуси. У нее глазурь. Внутри. Синяя, а внутри она вот такая. Розовая. Я следующий, Катя. Я узнал секрет Джелли Белли. Они внутри. Другого цвета. Да, это не Джелли Белли, это Гарри Поттер. Да. Неважно, бинсовских этих. Гарри Поттер это что? Есть! Есть. Кстати, вы знали, если поставить воду, они сразу... Ну да, это ж вата. Как снег. Это очень вкусно. Amazing. Я даже не буду спрашивать, сколько баллов Макс ставит. Усы! Потому что это не может быть маленький балл за это. У тебя синие усы будут. Amazing.
Это что мама говорит? Что мама сказала? Amazing. Amazing. Это значит замечательно, прекрасно. Да. А у Кати? Yes! Миллион! Миллион цвет какого вкуса? Lucky. Кстати, я так и не понял, какого у меня. Со вкусом Гарри Поттера? Блюберри? Да. А вот это красиво. Вот это реально красиво. Я помню, они очень жевательные. Хотя, так как это не роуп, такая штука. Не палочка. Да, да. Очень жевательная. Моя все еще лучше. Да, я реально, вот если бы я вот выбирал, я бы выбрал вот это. Мое на втором месте, Катина на третьем. Они давайте оценим. Важные. За то, что они прилипают сильно к зубам, 5 баллов. Да, мне тоже. У меня 9.895. Вау, сладкая вата выигрывает. Хотя у меня 6. Знаешь почему? Эти конфеты не надо жевать, надо раскрасить. Угу. Зачем ты его хвост ловишь, ты шумишь? Вы нам мешаете снимать. У нас тут челлендж. Синяя еда. Пришла нам информация, что у нас остался только один раунд. Последний. Я надеюсь, в последнем раунде тебе попадутся баклажаны. А кому-то синий лук. Последний раунд. И кому попадается баклажан, тот и выиграет в этом челлендже. Договорились? Я взяла маленький, потому что я не хотела баклажан. Окей, я первая. У меня не катается там ничего. Это не баклажан. Это то, что Кате раньше попалось, только без соли. Без посыпки. И оно потолще. Потолще сама палочка. Я обожаю это. И, а оно с трубочкой внутри. С дыркой. Какая трубочка? А, да, ну, внутри можно пить. Дырка. Да, это можно использовать как трубочку для напитка. Так, так пить боба-ти потом. Пить вот эту синюю фанту. Very good. Не кислая? Good. Не баклажан. Это сгущенковый лолипоп. Обалденно. Это цвета сгущенки. Значит, баклажан у меня. И обалденно. Эта конфета тебе на неделю. Все. Макс теперь неделю без сладостей. У него есть одна конфета. Невкусно? Нет, не люблю. Так красиво вкусно выглядит. Я надеюсь, у меня баклажан, и я победю. Па-бам! Нет, у меня не баклажан. Тогда никто не выиграл. Какой-то сквизи-поп. Там есть гель, в смысле, и конфета. То есть я должен... Я должен гелем намазать конфету. Оторви голову. Голову оторвать? А, вот так. Снимается голова. И это, все еще есть голова. Это прическа этого чудика. Это скелетон. А как гель выдрать оттуда, а? Это... А! Вот тут надо вскрыть. Наверное, нет. Короче, крутили-крутили. Не откручивается. Написано squeeze and lick. Давай сквизать. Не получается? Отлетает. Мне кажется, надо все-таки отрезать вот это ножиком. Или нет? Вот эту штуку. А ну-ка. Выдавливается? Да-да, наверное, да. Это Макс, же для детей. Ты сломаешь. Па, стол наклоняется. А оно не работает. Так, стоять. Па, давай попробуй отрезать. Что? Так, надо крышку. Надо прыгать на нем. Но, стоп. Я вытянул. Там была пластиковая такая заглушка, типа крышечка. Я молодец. Да, wow. Смотрите. Wow. Вот. Там, и сейчас быстренько так. И быстренько надо делать вот так. Это для тебя. Оно кисленькое такое, прикольное. Класс. Короче, я облизываю прическу какому-то дядьке. Жаль, что не было, конечно, баклажана и синего лука. Но вообще было очень даже прикольно. Напишите в комментах, какой раунд вам понравился больше всего. Мне понравился раунд, который был вкусный. У него то есть голубиковый. Рук. Да. У твоего чудика нет рук. А как же нет? Да. Вот же руки его. Но все равно ему надо. Ага. Максу и мне понравился голубиковый раунд. Тебе какой? Катис. В общем, пишите в комментах, какой раунд или что именно вам понравилось больше всего. А может вы что-то из этого любите и постоянно едите? Катис. Нам будет интересно узнать. Так что пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока-пока. Ой, руки отвалились. Отдай конфету.